Добрый день, дамы и господа. Рад вас приветствовать. Наверное, уже целый год не делал обзоры с аналитикой на теннис. Значит, на дворе у нас 31 число, 31 мая 2022 года. И турнир во Франции набрал свои обороты. И сегодня и завтра состоятся два мужских и два женских матча 1/4 финала. Вот хотелось бы сделать маленький такой обзор, то, что дедушка видит по поводу этих матчей. Ну, не буду скрывать, что самое большое вдохновение такое у меня на матч Зверев и Алькарас Гарфия. Почему? Не в том плане, что кто выиграет, кто проиграет, а в плане того, что я рад, что на смену королю грунта Рафаэлю Надалю приходит молодой преемник, также из Испании, Алькарас Гарфия. Он показывает в этом году уже выдающиеся результаты. В 21-м году, значит, он был в 1/4 US Open. Это тоже огромнейший для, я не знаю, 18 ему или 19 был для молодого теннисиста. Это очень большое достижение. И в этом году он взял, не поверите, 5 турниров ATP. То есть он уже заработал кучу денег в 19 лет. И в Мадриде, не далее как месяц назад, он обыграл, соответственно, Надаля, Джоковича и того же Зверева. В связи с этим, ну, думаю, что сегодня у него не будет никаких проблем, чтобы разобраться со Зверевым. Притом он находится на таком хорошем ходу. И, ну, я думаю, что никаких проблем у него не будет. Да, Зверев окажет ему сопротивление, это тоже он не даст, если этот самый молодой Алькарас какую-то, ну, слабизну будет показывать в матче, то Зверев не упустит своего шанса, ну и зацепит там один сет, скажем так. Вот такой мой прогноз. Но чтобы оказать какое-то достойное сопротивление, я думаю, вряд ли он сможет. Второй матч мужской, это Джокович-Надаль. Ну, это противостояние, историческое противостояние, как написал один известный шведский теннисист, победитель бывший. Это историческое событие. Почему? Потому что, может быть, даже уже и мы не увидим этих двух столпов большого тенниса, Джокович и Надали, когда они выходят на грунте, при том, и в очередной раз разбираться, кто победит. Ну, я думаю, что победит молодость и, скажем так, более уверенная игра Джоковича. И думаю, что Надалю вряд ли удастся, особенно после матча с ОЖЕ, где он оставил огромное количество сил, ОЖЕ неимоверные усилия приложил для того, чтобы выиграть этот матч, но все-таки не хватило опыта, скажем так, у ОЖЕ. Хотя ОЖЕ, я считаю, очень тоже выдающимся хорошим теннисистом. Ну, здесь думаю, что Джокович, Надаль, но сыграют тоже, скорее всего, на 3-1. Я даже не думаю, что матч будет пятисетовый. Дальше у мужчин, значит, Рублев с Чиличем играет. Рублев с Чиличем. Рублев мне совсем даже не понравился. И я не понимаю, каким образом он у Синера мог выиграть. Ему помогло только одно, что у Синера была травма колена, и он не смог дальше сопротивляться, потому что Синер играл шикарно, великолепно, и я уже думал, что Зверев отскочит. И на тот счет, что Зверев сыграет с Медведевым, у меня были большие сомнения. Почему?
Потому что, извиняюсь за выражение, Медведев на грунтах никогда не показывал хороших тенниса и отскочил от Чилича на 3-0. Значит, им следующий матч мужской — это Руд и Руны. Ну, здесь совсем не удивлюсь, если Руны одолеет Руда в упорнейшем борьбе. Мне кажется, вот здесь вполне может быть пятисетовый и этот самый матч. Я бы поставил здесь просто на тотал больше и смотрел. Значит, у девчонок, у девушек Тревизан будет играть с Фернандес. Ну, здесь вот гадать, кто выиграет, Тревизан или Фернандес, очень сложно. И считаю, что Фернандес, ну, не в очень хорошей форме сейчас находится. Совсем не удивлюсь, если Тревизан ее выиграет. Значит, черный, 1/4 финала — это Гауф и Стивенс состоится. Но здесь я считаю Гауф превосходство. И здесь вот хорошая ставка 1,54. Я считаю на Гауф. Но не исключаю, на 2-1 она может сыграть. Потому что Стивенс тоже не подарок. Кстати, хотел поделиться, что у меня раньше было такое, что я ставлю, к примеру, Стивенса, что она 2-1 выиграет, вернее, Гауф выиграет 2-1, а Стивенс проиграет первый сет и выиграет матч. То есть вот такие вот большие коэффициенты. Значит, дальше российский финал — это, ну, 1/4 финала — Кудерметова и Касаткина. Здесь тоже не исключаю, что Кудерметова может выиграть у Касаткиной. Хотя Кудерметова не показывает теннис, и она играла очень слабо. Я не знаю, она каким-то чудом вылезла и все-таки одолела свою соперницу. Сейчас не буду вспоминать. И Швентек и Пегула. Ну, на Швентек дают, что она лидер там, что она этот самый. Но мы все знаем, что Швентек может неожиданно слиться. И не просто слиться, а 2-0. Вот здесь вот я бы пробивал, кто любит пошутить, что Пегула может выиграть на 2-0. Вот у меня такой этот самый сегодня аналитика, такой прогноз. Приветствую вас. На дворе, еще раз говорю, 31 мая. Но у нас в стране идет война на Украине. Желаю, чтобы она побыстрее закончилась, и кровопролитие славянских корней, славянских народов прекратилось. Все, спасибо вам большое.